ом ном 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 Да, сегодня мы кормим Стена креветками. И вижу, он неплохо отобедал ими. Сегодня мы гуляли. Он второй раз видел внешний мир, улицу, траву и так далее. Он очень настрессовался. Хотя по нему сейчас этого не скажешь. И думаю, еда его лучший друг в данный момент. Собственно, это уже не первый дубль, это уже третий дубль. Предыдущие, предыдущая креветка пала смертью проблем монтажа. Но особо сильно мы мучить него не будем. Дадим ему еще креветку. Как мы видим, они тоже хорошо идут. Очень хорошо. Обычные магазинные креветки королевские, крупные. Размороженные, естественно. Не вареные. Можно сказать, сырые. Вижу, они ему все-таки нравятся. Даже без пива. Такой небольшой ночной ужин. Последняя креветка. И дело сделанное. А последнюю креветку мы дадим ему где-нибудь подальше от террариума. Или нет? Ладно, не будем учить. А, упала. Уронил. Уронил свою добычу. Ну все, думаю, этого количества креветок, а если точнее пятерых, ему вполне хватит. Да, сегодня он нагулялся, настрессовался. И вообще... М -м -м. То ли ему понравилось, то ли... Вот это вот звук интересный. Да-да, погляди в камеру. Погляди немного в камеру. Хотя он чувствует сок креветок на моих пальцах. И думаю, если я буду водить пальцами перед ним, он попытается их скушать. Опасные игры. Опасные игры с ящером. Но если мы покажем ему кулак, он его, естественно, не сможет скушать. Он слишком большой для его рта. И как бы он ни пах, вряд ли он пытается его кусить. Так что, пс, на всякий случай, старайтесь не показывать ворону то, что он может проглотить, например, пальцы, которые помещаются ему в рот, либо другие объекты. Поскольку ворана очень хорошо реагирует на движение. Конечно же. Пластмассовые объекты он не станет кушать, но, например, наши пальцы, он с радостью примет за какую-нибудь креветку, которую не прочь скушать. Нагулялся сегодня, уставший, набегался, напугался вечернего подмосковья. Но, тем не менее, надо привыкать ко внешнему миру. Сделать это сложно после года изоляции, но, тем не менее, надо привыкать и к другому. Нет, не всегда же сидеть у себя дома. А то совсем обленился. Э -э 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 -э. Тут некуда идти. Сейчас он немного походит, успокоится, переварит пищу и пойдет домой спать в бревнышко. Настоящий динозавр. Нет, мы не будем давать тебе пальцы. Пожалуй, мы просто прекратим эту съемку. Думаю, на сегодня с нас хватит. Ну а ты иди отдыхать, спать. Я включу тебе дополнительный подогрев. И ты сможешь нормально переварить. Хитин. Креветки. Ну, для разнообразия креветки то, что доктор прописал. Морепродукты также Периодически варанам нужно давать как рыбу, как яйца перепелиные. Ну, до новых встреч!